Щенки живут у Галины Осколковой чуть больше месяца. На улице их нашли прохожие. Маму малышей никто никогда не видел. Поэтому возможно, что щенки от домашней собаки, хозяева которой просто выбросили малышей на верную смерть в февральские морозы. Галина рассказывает, щенки были совсем крохотными, и сил на уход уходило много. Их кормить нужно через 3-4 часа желательно. Ну, не больше. То есть через 3-3,5-4 это потолок. Ночью можно отдыхать 6 часов. Единственный мальчик самый шустрый, ему лишь бы что-нибудь начудить. И напоминает он кавказца, как и его сестричка, такой же окраски. Самая любопытная девочка цветом похожа на таксу, а вот мордочка на ротвейлера. Все 5 щенков очень ухоженные, у них гладкая пушистая шерстка. А вот эти 2 сестрички-близняшки самые грустные и скромные из всех. И им особенно нужна любовь и забота новых хозяев. Галина хочет поскорее найти животным новый дом. Она готова взять на себя оформление документов. Прививки у щенков уже есть. Забрать малышей можно будет уже через пару недель. Мария Дудник, Дмитрий Парахин, новости, 7-й телеканал.